добрый вечер. Главная новость со вчерашнего дня в Москве не изменилась. Самое увлекательное, что в автомобильной жизни у нас произошло, это снегопад. Но в связи с этим снегопадом больше всего мечталось увидеть товарища Рогозина, вице-премьера Дмитрия Олеговича. Рогозин, он раньше никогда в автомобильную тематику никак не встревал. Он, конечно, занимался очень серьезными политическими проектами. Он рвал на груди, на собственной груди тельняху. Он защищал отчизну всячески. Но в автомобильную тему старался не вляпываться. А когда у нас в декабре прошлого года случился коллапс на трассе с печальным названием «Россия», то пока все пребывали в состоянии легкого шока, переходящего в панический ужас, и несмываемым позором собственные имена пачкали. Там, если помните, у нас МЧС на вертолете летал и рассказывал потом, как надо бороться со снегом. Росавтодор тихо мямлил что-то. Гаишники пытались дать по рукам населению, приходящему на помощь дальнобойщикам. То есть гаишники там оказались самыми такими отъявленными подлецами. А потом вдруг над всем этим, пока была какая-то неразбериха, возник Рогозин. Рогозин масштабно разумом своим, у него светильник разума, он обобщил ситуацию, постиг причины и начал высказываться в том смысле, что необходимо карать людей. Вот в том стихийном бедствии, которое в нашей стране происходит регулярно и накрыло трассу М-10, он увидел рациональное зерно и повод для того, чтобы еще кого-то покарать. Карать очень хочется, это самая главная привилегия власти, быть безнаказанным и творить всяческие чудеса, законодательные в основном, конечно, карательного уклона. И Рогозин, который раньше никогда этим не занимался, по крайней мере так вот публично он не заявлял себя в качестве карателя, здесь совершенно неожиданно высказался в том смысле, что водители обязаны переходить на зимнюю резину. Причем тогда он как-то тихонечко изобрел новый совершенно вид зимней резины для магистральных грузовиков, зимнюю шипованную. В принципе, такого в природе не существует. Хотя, конечно, некоторые виды грузовой резины шипуют, но это большая редкость. В том числе потому, что, представляете, какой должен быть гвоздик в резинке, чтобы если он вылетел из-под колеса, никого не убил, а вообще желательно, чтобы не вылетел. Там очень серьезные нагрузки, когда у тебя на оси там порядка 6, 8 или 25 тонн, не каждый шип удержится в резине. Ну, Рогозин не обратил на это внимания, он увидел рациональное зерно в том, что вот люди, которые от безысходности стоят, например, в смертоносной пробке несколько дней, а то и недель, они могут быть блистательно оштрафованы, поскольку именно они виноваты в том, что пошел снег, в том, что Росавтодор даже не собирается чистить дороги, в том, что они с этого места никуда не денутся, и в том, что они могут быть назначены крайними, поскольку если у них даже и была зимняя резина, то она была не какая-то не такая, а есть какая-то другая, которую Рогозин знает лично. И вот тогда пошла от него законодательная волна, ее подхватил Медведев. Ну, Медведев, он, в принципе, мало чего подхватывает, он регулярно там то там, то сям что-нибудь подхватит. Хотя, конечно, он больше специализируется как рекламный агент BMW, и в автомобильной теме тоже не силен, в законодательной теме он тем более не силен, а в законодательной автомобильной он не силен вообще. Но он услышал Рогозина, и получилось, что Дмитрий Олегович — это единственный человек, который обладает четко выверенным рецептом. Он знает, что нужно делать для того, чтобы у нас машины могли зимой через снегопад прорубаться из одного пункта в другой пункт. При этом дорогу чистить никто не собирается, но если начать людей стегать хлыстом, если их наказывать сурово, то, конечно, что-то изменится, они все сразу резко потратят деньги, в том числе на зимнюю резину, и все исправится. То есть это вот была такая прелюдия к тому, что произошло в Москве вчера. Вчера в Москве транспорт встал. Причем Москва, в отличие от вот тех самых разнузданных водил, которые позволяют себе лысую резину одевать на зиму на свои новенькие магистральники. А вот этот транзит Питер-Москва, он процентов, наверное, на 90 состоит из очень приличной техники. Из замечательной. Там нету тех самых фур с арбузами, которые чего-то такое на лысой резине чадят и везут. Там очень хорошая техника. И очень много этой техники идет одним ходом аж таки прямо даже из Скандинавии. То есть оттуда они оборудованы по последнему слову и идут они на зимней резине. Но там в условиях, когда из-за снега проехать невозможно и никто снег не чистит, они тоже бессильны. В Москве вчера случился великолепный транспортный коллапс и умерли все те, кто ездит по городу на зимней резине. Вчера в Москве на зимней резине на подъем не смогли заехать даже многие легковые машины, при том, что и у них были в том числе шипованные шины.
не смогли заехать, естественно, автобусы, пресловутые грузовики, и вообще вся техника не смогла. В этой связи вопрос к людям заинтересованным, которые увидели рациональное зерно возможности всех резко оштрафовать за то, что по трассе М-10 с печальным, практически траурным названием «Россия» они позволяют себе ездить на чем-то не том. Почему, Дмитрий Олегович, почему вы считаете, что если вы начнете штрафовать людей, и они грузовики переобуют в зимнюю резину, ну, которую по большому счету-то нет, то на трассе М-10 им это поможет. А почему вчера в Москве это никому не помогло? Вот как так получилось, что самые лучшие передовые достижения шинной промышленности мировой, которыми мы как раз пользуемся в Москве, покупая эту дорогую суперскую резину, вот нам не помогает? То есть выясняется, что мы перед природой-то все бессильны на равных основаниях. И бедные несчастные мужики на грузовиках, и мы абсолютно бессильны. Мы ничего не можем сделать. У нас новенькая хорошая зимняя резина, и мы не можем. Причем даже и на полном приводе не все смогли залезть. И автобусы, соответственно, скреблись, не доскреблись, про грузовики, и так все понятно. То есть с точки зрения Дмитрия Олеговича, если штрафовать, то по трассе М-10 они поедут, даже если не чистить. А в Москве, ну, естественно, мы же знаем, что чистят все великолепно, и мы, тем не менее, никуда не поехали. Понятно стремление власти карать всех направо и налево. Других удовольствий, по большому счету, не остается. Непонятно, что делать нам. В этой связи еще один вопрос. А что же у нас происходит в городе, которым руководит человек, ну, пусть и из маленькой деревеньки, на карте ее не каждый найдет, ну, это там, на Тюменщине, но все-таки из провинции, оснащенной снегом по самой варежке. А что у нас произошло? У нас автобусы почему не оборудованы, например, рогозинской зимней резиной? А ведь Рогозин у нас еще сказал, что нужно сделать так, чтобы все машины катались на цепях противоскольжения. А почему вчера на московских автобусах не было? Что такое? Вот Рогозин знает наконец-то рецепты. В Москве и по всей стране это происходит всегда. Ну, хорошо, что Дмитрий Олегович смело эти рецепты взял и озвучил. А в Москве что мы стояли? Легковушки на шикарной резине стояли. Автобусы на шикарной резине стояли. И что нам теперь делать всем вместе? Маршрутки тоже стояли, грузовики тоже стояли. Я теперь жду дальнейшего развития событий, когда Рогозин Собянину будет рассказывать о том, что куда надо одевать, во что кого нужно обувать, и вообще будет его тыкать всячески носом и рассказывать ему, как бороться со снежными зарядами. Вообще, правильный ответ здесь, конечно, самый трагичный, и суть его в том, что лопатой снег никогда не победишь. Можно потихонечку, скрести надо. Надо по-любому, без относительно того, насколько все увенчается каким бы то ни было успехом. Снег надо расчищать. Победить его реально не получится. Ну, природа такая, она сильнее человека. Но если у Собянина стремление всех нас заманить в общественный транспорт, то, может быть, этот общественный транспорт наконец оживет и начнет приносить какую-то пользу. Конечно, здорово, что на будущий год все автобусы Москвы поедут на зимней шипованной резине, ну, модели, наверное, Рогозин-1, Рогозин-2, Рогозин-3. Если что, на каждом крутом подъеме водитель будет выпрыгивать из автобуса, одевать цепи, а на спуске будет снимать. У нас же шипы выбивают клеи, а цепи так и подавно до геоподосновы пророют. Значит, водитель должен будет увернуться из-под КамАЗа, летящего мимо, снять цепи, поставить цепи, снять цепи, поставить цепи, иначе нельзя. Ну, по рогозинскому рецепту. А вообще-то, если кто-то хочет бороться всерьез с природой, то у нас есть такая интересная особенность, которой мы пользуемся только в летнее время. Называется разгон облаков. А вы знаете, методика разгона облаков для того, чтобы мы могли парадно промаршировать по Красной площади, совершенно не отличается никак от разгона облаков, содержащих в себе то, что на землю падает обильным снегопадом. Поэтому, если кому-то надо побороться всерьез со стихией, то можно из пушек лупить, из самолетов забрасывать химию, реагенты на облака, с тем, чтобы снег в регионе не шел. Есть такая методика. Дорого. Но если кто-то хочет, может попробовать. Снег надо чистить. Снег у нас чистить не умеют, не хотят и не будут. И это две, конечно, разные проблемы с общим человеческим горем. Одно дело барахтание всех нас по городам, другое дело барахтание водителей-дальнобойщиков. Притом ведь у нас тарифы РЖД такие, что по железной дороге возить невыгодно. Мало что выгодно возить по железной дороге. Поэтому у нас часть ВВП возложена на дальнобойщиков. У нас больше 70% товарооборота страны – это автомобильный транспорт.
И если кто-то хочет всерьез решить вопрос транспортной доступности, когда, например, из Питера в Москву что-то везут на автомобилях, для того, чтобы это сделать, не надо изобретать велосипед. Проводка транспортных конвоев сквозь непогоду во многих странах уже отработана. И если Дмитрий Олегович сейчас вот изобрел зимнюю шипованную резину для дальнобойщиков, для магистральных тягачей, то пусть Дмитрий Олегович, ну, как человек, который просто возглавил и олицетворяет собой движение битвы со стихией и с водителями, то пусть он изобретет еще разочек вот эту методику, которая позволяет в других странах сквозь пургу, метели, стихию хоть что-то привозить. А мы в Москве будем ждать, как именно развернутся дальнейшие события, что сделают с нами, как нас будут наказывать за отсутствие полного привода, цепей противоскольжения и за то, что мы мешаем дворникам лопатами махать. Не случайно совершенно у Собянина вырвался этот законопроект, конечно, Московской городской думы, по поводу того, что снег стряхивать нельзя, по поводу того, что стоять на газоне, запланированном на ближайшие 200 лет, тоже нельзя, и прочие-прочие карательные меры, направленные на то, чтобы мы с вами оказались все-таки пешеходами. Но пешеходу тоже куда-то надо деваться. Например, в автобус. А автобус вчера стоял. И стояло вчера все. Трамвай только ехал, но трамвай все-таки штука всепогодная, но не повсеместная. Поэтому нам придется осваивать лыжи и санки. Возможно, даже аэросанки. Сейчас я прервусь на новости и рекламу, а потом мы с вами вдоволь поговорим о ваших проблемах. Добрый вечер. Возможность дозвониться на мою любимую радиостанцию по телефону 65 10 996 есть у каждого. Со вчерашнего дня Александр, он предпринял отчаянную попытку, практически занял очередь, но так получилось, что к тому моменту, когда он наконец дотянулся до разговора со мной, уже все иссякло, в том числе время. Поэтому Александр сегодня у нас первый на линии. Здравствуйте, Александр. Да, добрый вечер, Сергей. Хотел задать вам автомобильный вопрос, консультацию такого знающего человека получить небольшую. Я езжу на Lexus RX350. Второй владелец, вот брал его у друга, 2006 года. Машиной очень доволен. На удивление, в обслуживании как Ford вот сейчас, не новый Lexus. Ну, как вы в одной из красота какая, да. Да, приросла вот младшему 5,5 месяца, старшему 2 года и 2 месяца. Замечательный папа и у этих детей. Два детских сиденья и бабушка на заднее сиденье уже не помещаются. То есть я жена, и вот, соответственно, вот смотрю, на что можно поменять. И, к сожалению, кроме какого-нибудь Volvo, который я всегда считал старперским автомобилем, какого-нибудь там Discovery 4, или, я уж извиняюсь, никогда на них не замахивался, Audi Q7, вот, где встает два сиденья нормально детских, и между ними взрослый человек помещается, вот, ничто в голову не идет, но ценники пугают, и сервис пугает, конечно, в обслуживании. Но Mitsubishi Pajero, у меня до этого был не новый Pajero, тоже был очень доволен, но это, конечно, грузовик, вот, то есть, как бы... Но, Александр, 2001 год. У вас что-то подсказ... Ведь получается, что вам нужно втиснуть бабушку, при этом так, чтобы бабушка не потеряла работоспособность, потому что соска справа, соска слева, памперс туда, памперс сюда. Если бабушка, например, не дай бог, по зиме одела что-нибудь теплое, то у нее вообще вариантов не остается. Либо бабушку вы везете нежно справа от себя, а ваша жена крутится, как белка в колесе. То есть вам нужно, чтобы у вас был там практически армейский плацдарм, и мало машин, которые вообще позволяют там нормально существовать. Потому что если вы приходите мерить эту машину на себя с креслами, притащив их, и, например, с женой в летнем платьице, то зимой вы все равно получаете очень серьезную проблему. Зимой шевелиться в любой машине тяжело. И здесь вот, возможно, ну, совсем, конечно, нежный возраст у детей, они оба у вас игрушечные, но один из них, например, у вас едет в кресле, а у Volvo есть такая опция, как детское кресло, которое встроено уже в сиденье. Да-да-да, в XC60. Да. Ну, XC90 это все-таки ящик, которому уже довольно много лет. Даже в 60-ке это есть, и в принципе это есть вообще-то во всей линейке. Вольвовцы в этом отношении молодцы. То есть это есть и в легковых машинах. Если вам нужно еще получить какое-то сочетание хорошего полного привода с проходимостью, ну, после RX-а, конечно, хочется быть повыше. И, наверное, тогда уже XC90 вам подойдет. И там есть такая штука, как детское сиденье.
И если... Да, оно подкупает, то есть где-то вот с 3 лет его можно использовать, или даже 2,5, то есть очень грамотно сделано. Да, да, и оно действительно грамотно, и я на многих детях экспериментировал, дети довольны, и они не громоздкие, эти конструкции, они позволяют ребенку сидеть нормально. Безопасность ребенка здесь на очень высоком уровне. До ребенка может дотянуться мама и бабушка, и между ними нет вот этого препятствия, когда ребенок зажат в скорлупу, через которую нужно как-то тянуться и преодолевать. То есть понятно, что самый маленький у вас остается в люльке. Но в сиденье, да. Да, тот, который чуть подрос, ему повезло, под него папа специально покупает Volvo. Volvo при этом любая. Понятно. Ну, то есть все-таки Volvo и смириться с сервисом вот этим безобразно по цене, как бы, да? Да, но тем более, что у Volvo сейчас пришел новый начальник, поэтому я думаю, что у Volvo будут очень серьезные проблемы. К ним пришел... А, то есть повернуться к лицом к клиентам они, или такого нет, не бывает? Нет, ну что вы. Это называется борьба за прибыльность бизнеса. У них сейчас... Да, понятно, то есть опять будут шарить в наших кошельках, я понял. Они и так шарят, но просто вот представьте себе, Джон Стэк, он перед этим 5 лет у нас руководил и вздымал продажи джипов, крайслеров и доджей. Вы много вокруг себя новых машин этих марок видите? Вот теперь он обрушился... Я не знаю, к сожалению или к счастью, но нет. Да, вот он теперь обрушился своим талантом на Volvo. Теперь у Volvo будут очень серьезные разборки внутри коллектива. И вы довольно быстро просто уйдете к конкуренту, то есть в альтернативный гараж, поскольку у них выбраковка персонала огромная, и все приличные люди с удовольствием уходят от них, организуют свои гаражи. Рано или поздно вы найдете тот маленький сервис, где все ребята, ушедшие от официального дилера. Но Volvo, вот в вашем случае, это такое, знаете, это неизбежная машина данного периода возрастного. Потому что потом вы можете перейти... Я вокруг нее и кручусь, да. Да? Я думал, что это пенсионерский вариант, но, видимо, придется вот сейчас на нее переходить. Ну, вам нужно будет просто ходить с высоко задранным носом и хорохориться, и говорить, нет-нет, мы еще свое покажем. Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам, Александр. Так, у нас на второй линии Сергей, у которого целая куча вопросов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да, вот я слушаю ваши передачи, и вы утверждали, что чуть ли нет никакой разницы, что вместо Volkswagen лучше предпочтить ту же Шкоду. Но я хотел бы вам возразить, как владелец Шкоды, в общем-то, сам занимаясь автомобилями, разница все-таки есть. То есть, действительно, Volkswagen будет сделан качественней. Там будет лучше эргономика, лучше шумоизоляция. Даже если машина стоит примерно одинаковых денег. Audi в этом смысле будет еще лучше. Поэтому тут чудес не бывает. Просто автомобили, как бы, да, там каждому свое. Шкода, она более утилитарная. Volkswagen, он какой-то более, там, ну, для людей, скажем так, со средними доходами. Audi это премиальный бренд. То есть какая все равно у них внутренняя конкуренция, она имеется. У них, Сергей, внутренний каннибализм. У вас какая Шкода? Какого года? Какая модель? Октавия 10-го. 10-го года. Вот как раз где-то, наверное, с 9-го года, и на 10-й в том числе, у Volkswagen выплеснулась внутренняя борьба, когда вдруг выяснилось, что по всему миру самая желанная вагеновская машина — это как раз Шкода. И для того, чтобы Шкоду как-то тихонечко поставить на ее место, ей стали зауживать комплектации, стали изымать вот ту гамму двигателей, которая была поначалу, и стали умышленно ухудшать машину, чтобы она стала выигрывать перед Volkswagen'ами, которые не лучше. Audi стоит немножко особняком. Но Volks при... Не соглашусь. Если смотреть ближайшие дешевые аналоги, то да. Если смотреть подороже, то разница есть. Ну, скажем так, Superb и Passat — это все-таки разные машины. Например, Octavia там и там Jetta, да, какая-нибудь, они близки. Погодите, Сергей, что значит Passat и Superb разные? Разные в чем? То, что они разные, мы с вами качество, и так знаем. Качество Passat'а, качество исполнения. Даже элементарно капот откройте, даже проводка будет лучше уложена. И решение инженерное. Вот то, что я вижу на Шкоде, извините, я иногда думаю, что это АвтоВАЗ, потому что инженерные решения действительно, хоть и сделано все нормально, все работает, но инженерные решения слабые. По Супербу или по Октавии? По Октавии. По Volkswagen по Калужской Октавии. Минуточку, да, стоп, Сергей, по любой. Не валите в кучу. Суперб лучше Пассата. Причем он новее Пассата.
чем? Конструкции, идеологии и исполнения. А шумоизоляция той же самой? Шумоизоляция не хуже. Управляемостью? Управляемость? А кто-то лучше управляемость, у ЦЦ еще лучше управляемость. То есть я же не против Шкода-то, вы поймите. Я просто говорю, что у них есть там разница. Я думал, что ее нет, но она есть. Да, она есть. По управляемости не соглашусь, что Passat выигрывает у Superb. Не соглашусь. Это субъективно, но вы имеете полное право на такой же субъективизм, как и я. А когда вы за точку отсчета берете калужскую «Октавию», да, по калужским «Октавиям» количество нареканий растет. И калужская «Октавия», она не является в данном случае хорошим довеском к нашему аргументированному спору по поводу того, насколько при этом хуже или лучше Volkswagen. А вы верите в то, что немецкая «Октавия», там, чешская «Октавия» чем-то лучше, чем калужская? Они одинаковые, практически. Нет, нет. Знаете, бывал я в Младо-Болеславе, катался, смотрел, нюхал и логарифмической линейкой постигал разницу. Разница есть. И тем более по количеству тех косяков, которые сейчас вылезают из калужских машин, ну, знаете, по младоболеславским такого не было. Криво установленные подрамники, когда у машины никакими методами руль не встает ровно, вот за Младоболеславом такого не водилось. Уверены, что в Чехии такого нету? Потому что на самом деле тенденция-то такая, что качество не очень в последнее время, да, там оно так или иначе начало страдать, и больше стало машин. Та же самая статистика начала работать. И если раньше, когда машин было мало, да, то всем казалось, что они идеальные. Но когда их стало действительно много, то процент брака, он как бы может и такой же, но самих таких машин стало больше. Сергей, то же самое Сергей. Могу вам сказать про другие марки, которые немецкие. Значит, и то же самое. Сергей, вот ваша фетишизация всего немецкого, она достойна уважения. Но противопоставляя Шкоду и Volkswagen, вы пытаетесь создать впечатление, по крайней мере у меня, будто Volkswagen безупречен. Нет. Volkswagen совершенно нет. Не безупречен. И количество косяков немецкой сборки, где породистые немцы в белых перчатках и в белых фартуках ваяют Volkswagen, оно не сильно отличается от чешского, а иногда и даже превосходит его. Да, согласен. На самом деле, я вам скажу больше. Дело тут, сами-то машины в целом нормальные. Мне другое добивает, что вроде как один концерн, а унификация-то на самом деле не такая, какая бы хотелось. То есть разные ваги почему-то сделаны из разных деталей, хотя по логике должны быть одни и те же. Вот этой логики быть не должно, они именно в чем-то должны быть хотя бы разными, но вы довольно странный круг сделали. Вы начали с прямого противопоставления Шкоды и Volkswagen, при этом Шкода хуже, Volkswagen лучше, а сейчас вы почему-то поменяли вектор. И выясняется, нет, что никто из них ни хуже, ни лучше. Я вектор не менял. Volkswagen лучше? Что, как бы, могу еще раз повторить, что эти марки, они как бы они в разных категориях, и разница между ними там в некоторых случаях пусть и совсем несущественная, но все же есть. То есть нельзя утверждать, что там это одно и то же. Это не одно и то же. Вы сейчас в данном случае с кем спорите? Вы пытаетесь себе объяснить, что это не одно и то же? Нет, мне. Это действительно так. Но я, по крайней мере, это мое мнение. Можете с ним не согласиться, да. Но тем не менее... У вас очень оригинальное мнение, поскольку я никогда не говорил, что это одно и то же. Вы в данном случае пытаетесь поспорить с самим собой. Но вы говорили переплата за бренд. Переплата за бренд. Знаете как, Сергей, Шкода лучше, сделана интереснее, и Volkswagen она превосходит. Именно поэтому Volkswagen борется со Шкодой, к сожалению. Но это через несколько секунд вернемся. Удивительный только что вы слышали спор Сергея с самим собой. Он пытался сам себе доказать, что Шкода и Volkswagen — это временами одно и то же, временами не одно и то же. Вот одно и то же — это только в самом нижнем сегменте, там, где Volkswagen Up и Шкода City Go. Вот это одно и то же. А во всем остальном не забывайте, что у Volkswagen нет диктаторских полномочий по отношению к Шкоде. Шкода — это самостоятельная фирма. И она берет из инструментальных закромов Volkswagen то, что считает нужным, и на тех платформах, которые выбирает себе для производства, создает автономный продукт. И именно поэтому Octavia — это такой самобытный агрегат, который противопоставляет одновременно и Jetta, и Passat. При всем при том, что она все-таки является одноклассником Jetta, а не Passat. И именно поэтому такие впечатляющие продажи у Шкоды и не такие впечатляющие у Volkswagen. По качеству, ну, на примере калужской Octavia пытаться доказать, что Superb уступает Passat, это бесполезная игра.
Дмитрий на линии. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Сергей Степанович. Очень рад вас с вами общаться. Знаете, хочу по поводу Pajero 4 проконсультироваться. Давайте. В общем, купил Pajero 4 там где-то начало октября, допустим, да, уехал в Крым сразу там. Красиво-то как, Дмитрий? Ну, была возможность. Большой красивый автомобиль и в Крым. Тут меня поджидает подножка, так сказать. Да, никогда на заднем приводе не ездил, до этого Grand Cherokee, Discovery, ну, в общем, все на дизеле. Ездил, всегда, ну, на полном приводе, вы понимаете, да. Тут еду по горной крымской дороге, и, ну, в общем, где-то меня подкидывает. Думаю, как же тут полный привод включить. В общем, лезу в букварь автомобильный, смотрю, а там меня обескураживает то, что... Написано, что на полном приводе очень долго нельзя ездить. В общем, звоню продавцам, говорю, как-то они в ответ мычат. Ну, то есть ничего внятного не говорят. Вот не подскажете, как с проблемой справляться? Ну, в тот-то момент вы выкрутились на горную симпатию? Ну, да, нет, все нормально, но как бы хотелось бы подстраховаться передним приводом. Скажите, Дмитрий, а вы перед тем, как туда поехать, вы костюм с отливом пошили? Как учили нас с вами, нет? Нет, шортики. Шортики. Тоже, типа, не по сезону шортики. Октябрь, вообще, там очень тепло было. Да. Это да. Дмитрий, знаете, совет, что называется, исходящий из опыта, а не из инструкции по эксплуатации. Угу. Поставьте в режим 4H и вообще не дергайте этот рычаг больше. Пусть она будет полноприводной. И можно всегда ездить, да? И можно всегда ездить. Это главное достоинство машины. То, что она может у вас на суперселекте кататься на постоянном полном приводе. Другое дело, что у вас перераспределение крутящего момента идет не 50 на 50, как, например, на дискаре, а у вас она идет, соответственно, там где-то 47 на 53. То есть есть небольшое смещение. И это чуть-чуть иногда проявляется. Но зато у вас есть и электронный стабилизатор, который у вас, если что, одернет. И, в принципе, он не даст вам возможности поиграть в заднеприводность автомобиля, когда у вас включен перед. И спокойно катайтесь. Ну, когда совсем худо, тогда, конечно, да, в нижний ряд и блокировка зада. А так, главный плюс — постоянный полный привод, поэтому все у вас будет замечательно. Спасибо огромное, Сергей Степанович. Пожалуйста, и аппарат будет жить долго, счастливо и, самое главное, надежно. Андрей, по-моему, у вас много радости. Да, да, Сергей Степанович. Вот я хочу сказать, вы как-то у себя ВКонтакте выключили сообщение, хотел к вам через заднюю дверь постучаться. Да, ну, долго-долго дозванивался, наконец уже принял решение. Сам купил. Мужественно. Суперселект. Мужественно. Суперселект. Полный привод. Этот же самый, про который предыдущий звонивший радостно всем вещал. Правильно. И автомат-коробочка. Единственное, что, конечно, ну, не дотянул до Pajero Sport по деньгам, но кузов... Снег в кузове тоже приятно возить, снег путешественник на 20 километров каждый день туда-обратно. Это поправимо на будущее. А вопросик у меня такой. Первый дизель, вот, сейчас пробег вот 412 километров. Ух ты! Да, ну и, да, ну, уже несколько дней катаюсь. И как обкатывать-то будем? Так же, как и обычную бензинку, да? То бишь, не больше 2000 и на 3000 менять масло. Да, да, тем более на дизеле. Конечно. И не крутите его спокойненько, пусть оно притрется, и нормально совершенно потом все поменяете, маслице, сделайте, посмотрите, что у него там по мостам, в коробку не лазьте пока, в коробке там серьезной нагрузки нету, и все то же самое, так же бережно и трепетно. Ну и плюс какой-нибудь там антигель в кармашке возить на тот случай, если почувствуете, что что-то холодно будет завтра. Чтобы уже... У меня еще один маленький вопросик будет. По поводу... Тут же турбина стоит, 2,5 литра турбина, да? Да. Турботаймера нет. Вот сколько курить надо вот перед тем, как выключить двигатель? Минуту покурите и хватит. Минутку, и все нормально. Да, вы будете хорошим турботаймером, при этом в обмен на собственное здоровье, все-таки сигарета, никотин, труп лошади, хомячка в клочья, вы будете иметь на выходе спасенное здоровье двигателя. За минутку как раз. И вы не докурили, и он не сломался. Хорошо, спасибо. Мне все ясно. Успехов вам. Телефон студии 65-10-99-6. У нас Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Сергей Степанович. Вот 3,5 года езжу на Audi Q5.
очень доволен. Но вот уже хочу поменять через полгода. Никак не могу подобрать альтернативу. Ну, вроде как на то же менять. Ну, как-то не очень интересно. Неправильно. Может, вы посоветуете? Вот. Но вы довольны тем, на чем ездите? Да, у меня 3-литровый дизель. Я очень доволен. У меня с ней за все время не было, ну, фактически ни одной проблемы. Да, мотор действительно замечательный. А что там вам шепчет сердце по поводу Туарега? Вы знаете, вот я думал о Туареге. Вот, правда, он несколько побольше, мне кажется, погабаритнее. Да. И по городу, наверное, на нем сложнее будет парковаться. Ну, это вот первые два раза, потому что, когда они там хрустнут у вас под задним бампером, через какое-то время научатся уворачиваться. Понятно. И еще, Сергей Степанович, ваш сайт, я здесь вот просто поделиться удивился, решил попробовать Range Rover Evoque. Так. Вот. И, ну, вот машина мне понравилась, и как выглядит и в движении, и по своим возможностям, но меня удивило, что у них так скудно с движками-то. И, в общем, такой аппарат, как бы, который они позиционируют как премиум сегмент, вешает 4-литровый движок, который, ну, бензиновый. Ну, дизель у них 190, который, ну, не знаю, значительно уступает, по-моему, даже Subaru. Алексей, это же машина не для того, чтобы ездить. Это машина для того, чтобы красоваться. Она для того, чтобы обращать на себя внимание. Это эпатажный аксессуар. О том, что у вас часы Rolex, об этом никто не догадается. О том, что у вас пентхаус с чем-нибудь там совмещенный на Рублевке, тоже никто не догадается. А вот когда вы едете на Ивоге, все понимают. Даже если у него вообще мотора там не будет, и три негра его катят и толкают в спину. И это никого не волнует. И ведь не зря же у них есть моноприводная модель с 2-литровым мотором на ручке с голым салоном. Но снаружи-то этого не видно. Снаружи же это тот самый потрясающий по форме, удивительный по дизайну автомобиль. Он не нужен для того, чтобы куда-то там рубиться сквозь грязь и что-то преодолевать. Он нужен только для того, чтобы медленно фланировать. А если еще и лето, то совсем медленно, чтобы барышни с автобусной остановки могли разглядеть, кто сидит внутри. И махнуть вовремя приветливо рукой. Вот только для этого. И какой там мотор, какая трансмиссия, а что там с нижним рядом раздатки, а какие там суппорта? Да никого вообще это не волнует. Понятно, они при этом его позиционируют не просто как кроссовер, а как маленький, типа настоящий внедорожник со всеми там понижающими возможностями там режима езды по песку. Ну, Алексей, вы же помните, Алексей, вы же помните, как выглядит завсегдатай голубой устрицы? Они крепкие ребята в коже, в фуражках, и вообще они брутальные. Но сущность у них немножечко другая. Поэтому, если вдруг Лендрови в какой-то момент распустит голубенькие слюнки с розовенькими соплями и скажет, а вы знаете, мы сделали машину для девочек, все как-то удивятся, скажут, зачем же вы в унитаз пускаете свой имидж многолетний? У вас же все-таки есть крутизна в облике. Поэтому они будут продолжать до последнего всем объяснять, что у них любая машина, и когда они сделают велосипед, то и любой велосипед — это настоящий покоритель бездорожья. И на нем можно заехать не только в ванную, но еще и по лестнице спуститься. И только настоящие крутые мужики ездят по лестнице на продукции Land Rover. А, соответственно, там в лифте тоже. И на балконе, и на крыше, и по городу, и вне города. Это правила игры. Не обольщайтесь по этому поводу. Очень классный аксессуар. Такая, знаете, Луи Виттоновская сумочка. Либо, если хотите, атташе кейс. И не ждите от него каких-то серьезных технических достижений. Хотя, конечно, и техника у него неплохая. Но это все-таки полностью имидж. Артем, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте. Очень хорошая у вас передача. Ой, а мне тоже нравится. Слушаем вас. Спасибо. У меня такой вопрос, конечно. Вот. Вы, по-моему, в вчерашней программе говорили про Deo Nexia и так далее, вот рассказывали, как они на российский рынок вошли и так далее. Ну да, вот так. Ну не то чтобы совсем вчера, но на днях это действительно было. Да, может быть позавчера или позапозавчера. У меня такой вопрос, вот вы упомянули по поводу ZAF-шанс. Угу. Есть такая машина на карте Земли. И вот был разговор по поводу какой-то ошибки завода.
Ошибка в том, что они расторгли контракт с главным своим дистрибьютором на нашей территории. Потому что продавать эту машину нужно уметь. Это удел очень сильного игрока. И ошибка была чисто стратегическая. Они практически потеряли наш рынок, потому что ушли из-под крылышка Queen Group и пытаются продавать эту машину самостоятельно. Самостоятельно у них не получается. А сильный игрок Queen Group, к сожалению, огромному моему сожалению, ушел торговать китайцами. Я очень сильно подозреваю, что и здесь у него будет успех. Я искренне желаю блистательной фирме Queen Group надорваться в продвижении китайцев на нашей территории. Я не хочу китайцев. Ошибка была в этом. Конструктивно этот маленький хорошенький Deo Lanos, многолетний, с довольно высокой степенью локализации, делается на ЗАЗовском заводе очень неплохо, очень по-честному, и то, как там рубятся за его качество, вызывает у меня уважение. Я был на Запорожском автозаводе, я посмотрел на людей, которые там работают. Вы представляете, там 5 зампредов, председателя правления, совмещающих в себе вот все функции, начиная от производства и заканчивая реализацией. И каждый из этих зампредов пришел на завод мальчишкой после армии. Это люди, которые проработали там 35-40 лет. Это каждый из них дорос до начальника, до руководителя очень серьезного подразделения. Каждый из них может честно сказать, это мой завод. Это не временщики, это не топ-менеджеры, это не эффективные управляющие. Это замечательные мужики, которые рубятся за каждую гайку на этом заводе, как за свое. И не всегда у них получается, потому что комплектация у них в основном наша, либо украинская, либо российская. Это сильно губит конструкцию. Но ну, сам пополам, по себе... пополам, да, там много, много русского, много украинского. Это такая беда, такая головная боль. Но вот то, что они могут, они исправляют все. И я у них спросил, какой у вас процент брака? Ну, там, например, по покраске там 1%, там, типа 3% брака идет там, по комплектухе и так далее. Я говорю, вот, а когда вы боретесь, и когда вы победите, у вас, например, будет там 0,5% брака, что вы будете делать? Он говорит, как что, продолжать? Ведь 0,5% брака, это же тоже 0,5%, это же брак. Такое недопустимо. И у них потрясающий пример. Вот представляете, там на заводе, например, не курят. И никто не курит. Если ты хочешь курить, ты работаешь на другом заводе. Там нет вот этих перекуров, нету грязища. Там совершенно другой уровень, в принципе, к рабочему процессу. Перерыв на новости, потом продолжим, поговорим о машинках. Еще несколько слов о том, что же такое Запорожский автомобильный завод. В какой-то момент, несколько лет тому назад, они, работая под GM и приобретая навыки, квалификацию и стандарты качества уровня GM, получили очень серьезный процент брака по покраске. GM-овцы задают им вопрос. Скажите, почему у вас так много мусора в итоговой покраске автомобиля? Он говорит, ну как почему? Ну, не справляется наша вентиляционная система. Он говорит, откуда она берет воздух? Она берет, ну откуда? С улицы. И что? Он говорит, ну вот, ну воздух такой грязный, поэтому куда нам деваться? Вот у нас фильтры стоят, но мы берем обычный уличный воздух, и он идет у нас как раз в систему, поэтому ничего не можем поделать. GM-овцы говорят, нет, минуточку, ребята, вы не поняли. Проблема лежит у вас под ногами, вы просто не хотите ее видеть. Он говорит, а что, мы можем в городе воздух, что ли, почистить? Он говорит, в городе не надо, у себя на площадке. У вас посмотрите, что с газонами. И тогда они все вместе вышли на улицу, то есть вот большое количество людей, GM-овцы и вот эти вот 5 великих зампредов, вот этих 5 потрясающих мужиков. И выходит и говорит, посмотрите, то есть украинцам американцы говорят, у вас уровень газона выше, чем уровень бордюра. Ну, и чё? Ну, это же наш стандартный. Говорит, он должен быть ниже. У вас после каждого дождя с газона смывает землю. И у вас получается очень пыльный двор. У вас двор не должен быть пыльным. И они взяли и опустили уровень земли ниже уровня газона. То есть ниже уровня бордюра. Бордюр высокий, а газон находится там внутри. Потом они закатали все, что можно, в асфальт. Они вычистили все углы. Я был на этом заводе. Вот представьте себе, завод, на котором нету ни одного загаженного угла, нету никакой помойки. И нету вот этого всякого металлолома, ржавчины и машинного моторного масла, которое везде на любом нашем производстве. Подходишь к цеху, и ты не знаешь, какой это цех. Потому что обычно по мусору, валяющемуся рядом, ты можешь понять, что это такое. Подходишь, и непонятно. Подходишь, а это, кажется, слесарка, там, агрегатка. Как перед агрегатным цехом нету никакого железа? А его нету. Вот его вообще нету. Вот абсолютно чистый до последнего закоулка завод, на котором работают люди, и каждый из которых патриот в честном, таком кристальном смысле этого слова. И вот мы, группа журналистов, вот москали клятые в чистом виде, приехали туда,
Естественно, каждый второй из нас курит. Все покурили, посмотрели, оглянулись. Нету ни одной урны. Взяли, бросили себе под ноги. Вышел начальник цеха в белой рубашке и в галстуке. Ни слова не сказав, взял листочек, аккуратно руками собрал окурки, завернул и унес с собой. Вот уровень работы на этом предприятии. Да, к сожалению, еще не все получается, но, конечно, молодцы. Потрясающее отношение к труду. Владимир у нас на линии. Здравствуйте, Владимир. Алло. Это вы. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня Вадим зовут. Вадим, простите. Я хотел бы задать два вопроса. Первый по коммерческим автомобилям. Давайте, задавайте. Планирует покупка автомобиля до 1 000 000 рублей. Это выходит или Citroёn 15-кубовый автомобиль. Это или Citroёn Jumper, или Peugeot Boxer. Хотя я так понимаю, что владелец у них один. Да, это одно и то же, да. Вот это... Да, вот как бы, что я ни разу не сталкивался с французскими автомобилями, но в 1 000 000 как бы в настоящее время выходят вот данные марки. Это вот вопрос. Смотрите, Вадим, Вадим, да. Обратите внимание только на сервисные программы. Что почем вам будет? Французы вообще в этом отношении не самые большие звери. Они молодцы, у них есть программа лояльности клиенту. И посмотрите просто, у кого из них будет чуть дешевле техобслуживание. У Peugeot? Либо у Citroёn, потому что это одна и та же машина, сделана на одном и том же заводе, ничем она не отличается. Единственный подвох, который, может быть, вас ждет, это недостаточно эффективная печка. У них на малых коммерческих машинах, вот, например, на партнер TP, там печка фантастическая абсолютно. Она жарит так, что можно ехать на Северный полюс без дополнительного утепления. Здесь, но это опять-таки, мы все с вами немножко по температуре разные. Я предпочитаю летом ходить в шубе, а некоторые, например, и вот в мороз купаются в проруби. Я бы там сдох сразу. Но как автомобили они надежны. То есть я вот действительно просто по французским... Они молодцы, они таскают на себе весь средний и малый бизнес Франции, но, как любая вещь, сделанная под конкретную функцию, она не любит перегруза. Вот знаете, как плоскогубцы не любят, когда ими забивают дюбеля, для этого есть молоток. Да. Вот так же французы, и, впрочем, как и немцы, и японцы, не любят, когда их путают с газелью или с кразом. Как только вы пытаетесь... Они меня это не пугают. Вот, то есть, как только вы пытаетесь туда впихнуть 8 тонн и еще 8 на хвост повесить, начинаются трудности. А до этого, причем, посмотрите, вот сколько они ползают у нас, например, будучи маршрутками. Они совершенно замечательные. Вот в основном я и вижу Мерседесы как раз. Мерседесы, были Форды, сейчас Форды пропали. Сейчас ездят в основном на Мерседесах. Но Мерседес стоит уже 1 600 000. Да, но мы с вами живем в разных районах Москвы. Вот в моем пролетарском гетто там только Пежо. И эти пежики там пашут по 250 тысяч. И у них очень серьезная проблема, не хватает дворников на 250 тысяч. Приходится водителю что-то изобретать. Представляете, во всем остальном, вот он пашет и пашет, при том, что этот скворечник, конечно, на убой взят. И никто о нем не беспокоится, и все просто ждут, когда он сдохнет. А он не хочет этого. Нормально едет, работает. Великолепно. Еще меня тоже удивило, у них 20 тысяч межсервисный пробег, то есть, в принципе, тоже порадовал. 2-летняя гарантия без ограничений пробега, что для меня очень принципиально, потому что у меня, в принципе, машина планируется на работу, ну, почти не выключая, скажем так, суточную, то есть постоянная вахта среди водителей. Очень правильно, хотя за водителем нужен глаз да глаз, и вот эти 20 тысяч межсервисных, ну, знаете как, если вы точно знаете, что через 2 года вы от этой машины уже тихо избавитесь, ну, в крайнем случае, через 3. Да, 100%. Тогда у вас... Через 2 года гарантии, я через 2 года буду ее продавать, обязательно, 100%. Она гарантийная, машина будет кредитная и так далее, то есть 2 года, все. Да, ну, то есть у вас задача минимизация расходов. Если ваши водилы не поубивают технику, то здесь подвоха не будет. Ну, просто наемный водитель, он же... Да, пожалуйста, да. Еще какой-то вопрос? Да, еще второй вопрос. Да-да-да, второй вопрос по личному автомобилю. Я ездил на Mercedes GLK. Очень, в принципе, меня автомобиль устраивает, небольшой, мягкий, после Audi A6 у меня была 3-литровый дизель, я как бы был, вообще всегда ездил на Audi A6, но поразился Мерседесу и его мягкости. Audi меня, конечно, поражала разгоном, стартом с места, тем более 3-литровый турбодизель, Quattro, полный привод, но Мерседес меня поразил своей мягкостью. И в настоящее время задумался о смене данного автомобиля. И вот как бы 2 варианта. Первый — это тоже, ну, как бы тоже купить Mercedes GLK, только дизельный. Я вообще всегда как бы на дизелях ездил. Дизель мне очень нравится, именно своей тяговитостью снизов. И
либо я все-таки иногда выбираюсь на охоту и рыбалку, это Mitsubishi Pajero. Цена, как ни странно, та же самая, хотя классы совершенно разные. Да, 2200 да. стоит Mitsubishi Pajero, и где-то в 2200 стоит GLK. Да, ну, вот как бы хотел такой очень личный вопрос. Ну, Pajero в 2200, это вы берете его совсем уже в запредельном топе. Что, в общем... Да, ему... вот он-то и делал в запредельном топе. Да, вы правы. Да, но он вам совершенно... Вот, знаете, Pajero на 3.0 на автомате, и больше ничего не надо. И замечательный совершенно агрегат, никаких с ним проблем. На охоту, на рыбалку, ну да, суперселект и блокировка принудительная заднего дифференциала, они вам помогут. То есть они не сделают чудо. И там, где вы должны утонуть, там вы и утонете. Но, конечно, Pajero... То есть Pajero — это шикарный скворечник. Очень большой агрегат, и вот на всякие там, например, короткие ралли я на Pajero сколько езжу, все нормально. Он к этому готов. ГЛК на дизеле, он разительно лучше, чем ГЛК на бензине. И в том числе даже по настройкам ферматика он лучше. Ну, а по поводу вот этого перехода от стрелялки А6 на ГЛК, да. Это такое, знаете, приятное взросление. Когда хотелось сначала, чтобы крылья были, а потом хочется все-таки уже немножечко притормозить. Да, уже появляется вот так, да, респектабельность некоторая. Это очень правильное взросление, когда от Audi на Mercedes, это здорово. Единственное, что Pajero, конечно, это другая совершенно идеология. И он там, знаете, калинкорчик попроще, там шанхайский барс, далеко не мексиканский тушкан, но... функционал у него очень правильный. И Pajero, он не требует каких-то серьезных вложений для того, чтобы вот выехать и куда-то на нем попасть. Он уже готов. Он вас привезет, а если вы ему еще поможете с хорошей резиной, зубастой, то он вас еще и обратно вернет. Ну, великолепно. То есть он в этом... Спасибо вам большое. Ну, пожалуйста. Он на самом деле так изначально готов к тяготам жизни в нашей стране. Причем особенно бензиновый. У дизельного с печкой это просто катастрофа. Дмитрий, здравствуйте, это вы на линии. Здравствуйте, Сергей. На силу до вас дозвонился. Я вот. Тоже изнемог. Я так ждал, пока вы дозвонитесь. Я уже думаю, ну все, сейчас Дмитрий не сможет. И чего? Причем 2 минуты осталось. Я знаю, что времени очень мало. Да, у меня 2 коротких вопроса. Предварительно хочу сказать, что знаю ваше отношение к современным крайслерам, но хотел бы все-таки осветили тему по крайслерским минивэнам. Вот, в частности, на мой взгляд, тем более это очень подходит там тем же многодетным семьям, хотя все, кто звонит, вы советуете кроссоверы. Вот. И еще так называемый, я не знаю, миф, не миф, по поводу того, что к нашему бензину только хорошо относятся американцы, а к нашему дизелю только хорошо относятся японцы. Вот, хотелось странные бы, вот, сказки мы... какие-то. Наш дизель, он уничтожает абсолютно любую технику. Он даже, я думаю, немецкие танки погубит где-нибудь в районе Березины, если что. То есть наш дизель, он сделан специально для того, чтобы когда неприятель дотянется до колонки, он тут же бы и скончался, а мы его после этого уже лопатами и шапками закидаем. Американцы, ну, до тех пор, пока они, ну, спокойно жуют наш 92-й, при прочих равных условиях, да, конечно, на 92-м у нас много чего ползает. А по поводу крайслеровских минивэнов, когда Крайслер что-нибудь сделает с качеством, будет очень даже неплохо, потому что идея машины, крайслеровские минивэны очень хороши. Особенно, когда все, что тебе не нужно, выравнивается в пол, ты получаешь ровную танцплощадку для того, чтобы заняться рок-н-роллом всей семьей, не выходя из машины. Это великолепно. Когда ты всех посадил, отвез, привез, увез, это очень здорово. Но когда кряк, сказала американская газонокосилка, ага, сказали русские рабочие, вот тут уже проблемы. То есть, как только они научатся все это делать нормально, сниму шляпу перед ними. Сколько у меня было крайслеровских машин, это же каждые 3 секунды какая-нибудь подлянка. Ты каждую секунду ждешь, вот оно сейчас или завтра. И Крайслер не может быть одной машиной в доме. Он должен обязательно быть дублером, потому что не получится. Тебе надо, а он говорит, а я не могу, у меня месячные, извини. И все, и вон на подъемник, а ты пешком. Ну, я сам езжу на Dodge Caravan 2000 года, 3-литровый. И как-то вот у меня... Вот машина это абсолютно не укладывается в ваше вот понимание по Крайслеру. Ой, как хорошо, Дмитрий, когда не укладывается. Пусть еще бегает столько же лет. До свидания, до завтра.